как они устроены. Вот я держу две кости. Значит, вот эта кромка гладкая или нет? Нет. Вот эта кромка гладкая или нет? Тоже нет. Нет. Обратите внимание, сейчас я их буду совмещать, да? Опа. Хоть какая-нибудь щель осталась? Нет. Угу. А зачем такой формы? Именно так. Помните, я говорил, что в биологии вопрос поверхности объекта играет очень часто первостепенную роль. Вот то же самое. Видите, как выглядит? Сложная форма гребенка. И с этой стороны. Совмещаем. Не хочет совмещаться. Понятно, угол не тут немножко взял. Так, все. Нет, не все. Так. Что-то произошло у нас. А, все понятно. При последнем падение таки немножечко разрушилось. Не страшно. Вот. Все. Смотрим. Щель есть или нет? На просвет очень хорошо видно. Вот видите, в этом месте чуть-чуть выкрашивалось. Вон там небольшое светлое пятнышко на пересечении трех швов. Вот. А в остальных местах абсолютно плотное сращение. Хорошо. А почему нельзя было с самого начала сделать череп единым? Ну, была бы такая капсулка костяная. Зачем он сборный? Для роста костей. Конечно. Дело в том, что кость не умеет расти в своем объеме. Кости умеют расти только по поверхности. Ну и представьте, какого размера голова у новорожденного человека примерно? Какого-то. Вы не понимаете, что вашей маме надо было вас рожать. А это значит, вот такая голова, как вы сказали, должна была пройти по ее родовым путям. Вы понимаете, что вы бы ее убили сразу. Значит, меньше моего кулака. Так? А сейчас? А сейчас? У вас головы такие? Нет, слегка покрупнее. Ну, представьте себе, мы делаем цельную костяную капсулу, которая может расти только по поверхности. В результате, с возрастом, вы можете получить такую голову, только какого объема мозга в ней будет? Меньше моего кулака. Ну, потому что как увеличить внутренний объем? Понятно, что никак невозможно. Поэтому с самого начала мозговая коробка состоит из вот такой мозаики сложной. А по границам, вот между костями, образующими швы, прослойки хряща. А вот хрящ как раз умеет увеличиваться в объеме. Если толщина швов увеличивается, что делают кости? Расходятся. Что при этом с объемом мозговой капсулы? Ну, стенки-то раздвигаются. Угу. А костный фронт затем выедает вот этот лишний хрящ, замещая хрящевую ткань на костную. Вот. Классно. Кстати, это один из признаков возраста живого существа. Вот этой башни, как я уже сказал, в районе 40, а сейчас я вам покажу другой человеческий череп. Вот его же нижняя челюсть. А ну-ка, ваше предположение. А вот этому человеку сколько? 30. А почему 30, вы считаете? Потому что очень много швов, и швы не такие толстые. Угу. Кажется, наоборот, что угу. А посмотрите внимательно. Прежде чем делать какое-нибудь заявление, неплохо взять и посмотреть повнимательнее. Скажите, пожалуйста, вот этот череп я взять и разъять на части, как это смог бы или нет? А почему нет? Значит, у нас здесь уже они сослись. Вы посмотрите, как это выглядит. Так, в этом месте разъемное или неразъемное соединение? Нет. А, да. В этом месте? Тоже нет. Тоже нет.
А это значит, какой возраст? Старый. Не просто порядочный, а этому дедушке за 80 сильно. Так? Об этом же говорит его нижняя челюсть. Ну-ка, гляньте. Но здесь зуб потерян, это все ясно. А вот это что за площадка? Раз. И вот здесь. А здесь зубы потеряны при жизни. Так? И у вас успели сравняться зубные альвеолы. А на это время, сколько, вот на такое преобразование, сколько времени должно быть? Лет 20. То есть эти зубы потеряны лет 20 назад, до момента смерти. Часто ли молодые люди теряют зубы? Нет. А это значит, вот это все признаки, ну, прежде всего, состояния швов, но и состояние зубной системы тоже. Это все признаки, которые помогают уточнить возраст. Понятно, да? Хорошо. Ну и опять же, раз мы с вами такие темы заговорили. Возраст, как уточняется, мы с вами сказали. А как можно по скелету пол определить? Почему? Ну, у мужчины правые дуги, они более... Хорошо. А у вас, допустим, кусок скелета руки. Ну, расскажите мне, какие надбровные дуги вот, вот здесь? Ну, кости должны быть толще. Чего-чего? Ну, кости должны быть толще. Кости должны быть толще. А почему? Ну, больше физическая нагрузка. Больше физическая нагрузка. По какой причине? Потому что самцы менее нужны видов. А, вот это другое дело, вот это уже серьезно. Если исходить из того, что просто мужчина больше и тяжелее женщины, поэтому скелет должен быть прочнее, то ничего не выйдет. Какого роста был Александр Сергеевич Пушкин? Ну, мягко говоря, небольшого, 1,52 м. Он очень хорошо мне вот так под мышку входил. Да? Ну и что, если взять его кости скелета, да? А бывают ли вы сборную по баскетболу видели какую-нибудь? Неважно, Россия, Испания, Бельгия. Ага. Это барышня, опять же, с вот такими плечами, во-вторых, вот такого роста. Угу. Классно. Теперь берем кости у мелкого мужчины и у баскетболистки. Ну и что? Чей скелет побольше нагрузкой работает? Барышня баскетболистка, 90 кг тренированных мышц. Угу. Нагрузку при прыжках, там, беге, представляете себе? Угу. Классно. Ну и чей скелет работает побольше нагрузкой? Баскетболистка. Разумеется. Ну и что мы тогда скажем, что вот, это у нас все-таки мужик, да? Не, не выйдет. Во-первых, разумеется, показан костям. Мужчины редко рожают. Есть такая разумеется. А это значит, коснуться таза, в принципе, отличаться будет чем? Критическим расстоянием при рождении ребенка является не ширина, не вот этот разброс, так? А расстояние от вот этого выступа позвоночника, от мыса позвоночника, до лобкового сращения. Вот это расстояние самое маленькое. Ну, как по-вашему, глубина таза у кого больше в среднем? У мужчин или у женщин? Конечно, у женщин. Здесь отбор очень жестко работает. Так? А теперь, кто должен уметь быстрее бегать? Мужичок или барышня? Барышня. Барышня? Мужичок. А мы с вами на Новом Мехмате разбирались или нет? Чем и почему на самом деле мальчишки отличаются от девчонок? Ну, то есть барышня от мужчин. Ага. Ну и в чем первичная причина? Ну, то, что самцы мне не нужны дети. А почему самцы, ну, на самом деле, нужны все, дети редко без самцов рождаются, куда-то вас обманули. Наверное, без самцов никак нет.
обойдешься. Но там действительно есть некоторые различия. Разумеется, игра-то очень простая. Дело в том, что для создания половых клеток, откуда половые клетки вообще берутся, их строит организм взрослого животного. Это понятно? На их создание надо потратить свои вещества? Надо. Значит, а яйцеклетки в тысячи раз массивнее сперматозоидов. А это значит, можно ли создать столько же яйцеклеток, сколько сперматозоидов? Не, нельзя. И различие будет во сколько раз? Тысячу. Теперь берем две разные популяции. Одна популяция. Выжила одна барышня и 100 мужиков. В другой популяции выжило 100 мужиков и одна барышня. Значит, вопрос, а сколько детей в каждой из этих популяций будет рождено, чтобы составить следующее поколение? Один самец и 100 самцов. Так сколько детей будет рождено? В первой популяции столько, сколько сможет родить одна барышня. Там она одна на 100 мужиков. Так? Могут ли еще дети взяться? Нет, не могут. Во второй популяции сколько будет рождено детей? Столько, сколько может родить 100 барышень. У какой популяции лучше шанс на выживание? Во второй. Поэтому каким полом можно рисковать, а каким лучше не рисковать? Мужским можно? Мужским можно рисковать. Потому что даже малого количества самцов хватит на оплодотворение большого количества самок. А вот обратно нельзя. Поэтому, хорошо, для каждого вида есть более безопасные и есть более опасные формы поведения. Как по-вашему, в ходе эволюции самцы принимают врожденные программы каких форм поведения? Опасных или безопасных? Опасных. Больших нельзя просто давать. Понятно, почему нельзя давать? Они поставят под угрозу существование вида, если начнут влезать в рискованные формы поведения. Идея понятна? Хорошо. А что у нас на свете самое опасное? Ребят, самое опасное – учиться. Вам это никогда не приходило в голову. Для вас учеба – это скучно, занудно, то, что требует и так далее. И уж менее всего опасно. Это в вашем мегаполисном мире 21 века. Для людей так. А вообще для всех живых существ. Как обстоят дела? Ну, представьте себе, даже не маленького детеныша человечества, у вас – подростков, который уже ого-го, да? И не какой-нибудь там жуткой зимой, а вот сейчас, начало лета, благодать, да? Засунуть куда-нибудь на нашей планете на расстоянии в 300 километров от ближайшего человека без мобильного телефона и средств связи. И что с вами будет? Не на полюс. Не на полюс, а какие-нибудь такие приемлемые места. Может, и не быстро. А почему смерть-то тоже? Ну, вы же такие вообще крутые. Ну, научитесь жить в новых условиях. Приспособьтесь. На этом примере поняли, что учиться-то на самом деле, вот если вы в незнакомой ситуации начинаете пробовать выяснить ситуацию путем проб и ошибок, риски ваши гигантские. Просто гигантский. Это первое, но и второе, крайне опасное занятие – заниматься любовью. Ребят, давайте подумаем. Необходимо обеспечить факт встречи. Ну, для того, чтобы родилось потомство. Надо? Надо. А как вы это будете делать? Надо в окружающую среду слать сигналы о том, что я здесь. Так? Раскраситься боевой раскраской, дрыгаться изо всех сил, вонять так, чтобы там ну еще и орать. Ну, то есть все возможные сигналы. Но скажите, эти сигналы воспримет только половой партнер? Нет, и хищники тоже. А в результате сигнальное поведение – это безопасное поведение или крайне рискованное? Рискованное. Так какой пол обычно среди животных
берет на себя, на самом деле, очень горькая чаша сигнального поведения. Потому что вызывает на себя хищников, конечно, самцы. Отсюда яркий окрас самцов, очень характерное поведение самцов, привлекающих к себе внимание и так далее, и так далее. А барышням позволяется. Это не то, что они такие бедные, забитые, серенькие, так это и спасение. У них маскировочная окраска. Что с угрозой от хищников для них? Меньше. Меньше. В десятки раз меньше. Так вот, и как по-вашему, такая ситуация сложилась позавчера или несколько сотен миллионов лет назад? И все эти миллионы лет отбор работал на вот такое выделение отличий между двумя полами. Не потому, что отбор какой-то, там, я не знаю, несправедливый, не любит демократических норм, не политкорректный и так далее. Не в этом дело. Значит, отбор выбирал модели поведения и строения тела, которые максимально позволяли размножаться и выживать в следующем поколении. Здесь же очень простая логика. С этой точки зрения, чье тело лучше приспособлено к силовым нагрузкам, имеет большую скорость реакции, большую скорость бега и так далее. Тело самца. А чье тело имеет более высокую сопротивляемость к заболеваниям, более высокую выносливость, более высокую устойчивость, самка, разумеется. Здесь нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. А вот теперь последнее скелетное отличие, которое сегодня посмотрим. Вот у вас есть человечек. Я понимаю, что физики у вас, наверное, нет еще. Или уже есть. Вот человечек. Такой центр тяжести, понимаете? Да, да. Угу. Центр тяжести у нас где-то примерно здесь, в районе пупка. Попробуем спроецировать центр тяжести. От него вертикаль провести до земли. Угу. Вот. А теперь, когда вы идете, вы отталкиваетесь ногой от земли. Согласны? А скажите, пожалуйста, вот у вас стопа, да? Будет ли точка отталкивания совпадать с проекцией центра тяжести или нет? Нет. Нет. Что у одной ноги, что у другой ноги. А теперь про инерцию слышали? Да. Тело старается, если уж оно неподвижно, сохранить покой, а если двигается, сохранить движение. А теперь смотрим, мой центр тяжести здесь. Оттолкаюсь я вот этой ногой в стороне от центра тяжести. Вот моя нога толкает тело вперед, а центр тяжести имеет инерцию. Сюда сила инерции приложена. Что со мной произойдет? А меня вот так закроет. Теперь следующий шаг. Вот центр тяжести, толчок с этой стороны. Что произойдет? Закроет другую сторону. Значит, почему нас на самом деле не крутит во время хождения? А вы никогда не обращали внимания, как вы ходите? Показываю. Вы ходите только ногами или ногами и руками? Ага. А руками-то вы зачем двигаете? А чтобы скомпенсировать вот это вращение. Вот сейчас после занятия выйдите и сделайте простейшую вещь. Вот так вот обнимите себя за плечи, да? А после этого побегите. Причем так вот, честно, быстро победите. Посмотрите, что с вами будет. Я даже описывать вам не буду. Сами обхохочетесь. Вот попробуйте 50 метров быстро пробежать в таком положении. Так? Значит, вот так, эффект закрутки. А теперь давайте смотрим. Две разные конструкции таза. Первый случай – узкий таз. Второй случай – широкий таз.
Как по-вашему, какую конструкцию А или Б будет сильнее крутить? А, Б. Конструкцию Б. Понятно, больше расстояние. Вот это расстояние. Так? Хорошо. В результате хорошо, чтобы меньше крутило какой-то осмять. Широкий или узкий? Узкий. Узким. Но с узким тазом рожать можно или нет? Нельзя. А в результате, что оказывается? У мужичков акцент на развитие плечевого пояса, плечи широкие, а таз узкий. Так? Значит, это дает возможность развивать существенно большие скорости с меньшей потерей энергии на компенсацию. У барышни относительно узкие плечи и широкий таз. Бог с ней со скоростью бега. Это мужики помогут в случае чего. Так? Значит, а вот рожать наше дело, поэтому таз нужен широкий. И тебе понятно? И это никак не связано с количеством физических нагрузок и так далее. Это уже врожденные характеристики скелетика.